Доброе утро. Мы с вами уже 100 раз говорили, что наша жизнь прекрасна до тех пор, пока рядом есть близкие люди. А если их нет, где и как их найти? Где познакомиться с новым человеком, если тебе не хватает общения? В кафе? На улице? В автобусе? Вот скажите мне, если вам не хватает новых и интересных книг, где вы будете их искать? Где? Правильно, в библиотеке и в книжном магазине. А если вам не хватает новых знакомств, новых отношений, новых людей, где вы их будете искать? Где? Не знаете, где искать новых знакомств? Тогда отвечаю – на сайтах знакомств. Книги в книжном магазине, знакомства на сайтах знакомств. И вот здесь я ожидаю просто шквал возмущенных голосов. Что это вы такое нам советуете? На этих сайтах знакомств одни и дальше различные варианты непечатных определений. Знаю я все это, и тем не менее, я советую вам сайты знакомств. Почему? Давайте остынем и немного подумаем. Скажите, вы были в книжном магазине? Были. Сколько там книг? Десятки и сотни тысяч. В библиотеке миллионы. Скажите, сколько из этих миллионов вас могут заинтересовать? Одна, две, 10, 20? Сколько это процентов от всех книг? Десятые и сотые доли процента. Вас ведь это не смущает? Вас ведь не смущает, что в книжном магазине 99,9% книг с вашей точки зрения ерунда? Но простите, то же самое и на сайтах знакомств. 99% людей на них с вашей точки зрения придурки. Ну так и не читайте их, в смысле не общайтесь. Прелесть сайтов знакомств в том и заключается, что можно быстро и легко отсеять сотни неинтересных вам людей, даже не встречаясь с ними, и найти тот 1% людей, который вам интересно. Их там нет? Врете. Есть. Ведь вы даже не искали. Или искали как? Зашли в книжный магазин, взяли с полки пару первых попавшихся книг, полистали, не понравилось и вышли. Так нельзя. Поэтому мой совет. С той же долей вероятности, с которой вы можете найти интересную для себя книгу в книжном магазине, с той же долей вероятности вы можете найти интересного для себя человека на сайтах знакомств. Ищите, и вы обязательно найдете. Только еще один совет. Никогда не нужно читать не понравившуюся книгу до конца.